Гимназия номер 4 уверенно входит в первую пятерку инновационных школ Одинцовского муниципального района. Четырежды она становилась лауреатом конкурса «Лучшее образовательное учреждение года». Гимназия является победителем регионального конкурса «Большая школа» в престижной номинации «Информационная среда на основе социальных сетей». Из 65 педагогов 80% учителей высшей и первой категории. Это говорит о том, что здесь к отбору квалифицированных педагогов относятся серьезно. По словам директора Ирины Кузнецовой, приятно, что к ним приходят работать и бывшие ученики, которыми она, как руководитель, очень гордится. Каждая школа славится своими учителями и учениками. И вот мне хотелось бы немножечко отметить именно кадровый наш потенциал, потому что у меня очень дружная, сплоченная административная команда, это мои заучи, наши специалисты, которые помогают мне в этой сложной работе, и, безусловно, наши замечательные педагоги. Труд учителей неоднократно был отмечен различными наградами. Это и победы в приоритетном национальном проекте «Образование», и премия главы района «Лучший учитель-предметник», звание «Почетный работник общего образования России», значки «Отличник народного просвещения», почетные грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации. Мы провели анализ сравнительный с предыдущим годом и вот сегодняшним. И этот анализ показал, что мы вышли на прорыв по таким показателям, как учебные результаты, результаты по итогам государственной итоговой аттестации в 9-11 классах, по олимпиадному движению, а также по результатам наших четвероклассников. Создание оптимальных условий обучения, при которых ребенок верит в то, что учеба в гимназии может стать для него интересной и привлекательной, привести к успеху – основная задача начальной школы. Посетив занятия учеников 3 класса, стоит отметить, что учеба действительно доставляет детям большое удовольствие. Видно, насколько они увлечены учебным процессом. А самое главное – активно участвуют в уроке. Лес рук, правильные ответы и горящие глаза. У нас качество обученности по звеньям, то есть в начальной, средней и в старшем звене, тоже выросло в сравнении с предыдущим годом. В школе созданы все условия для реализации интеллектуального потенциала детей и развития инновационных педагогических технологий. Также в гимназии реализуется программа «Одаренные дети». Для достижения таких высоких результатов у нас была разработана программа «Одаренные дети». И в рамках этой программы мы занимались подготовкой к олимпиадному движению. И вот таковы результаты. С этого года нас включает наряду с несколькими школами Одинцовского района муниципальную программу «Одаренные дети». Безусловно, мы продолжим эту работу по подготовке наших ребят к олимпиадному движению. Несмотря на многочисленные успехи и достижения, школа продолжает развиваться. Учителя ежегодно проходят аттестацию по повышению квалификации. Развитием гимназии номер 4 по праву может гордиться весь район. Ведь, как говорится, нет предела совершенству. Мила Тарасевич, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцово».